Затем следующий принцип изучение Шримад-Бхагаватам. The ripened fruit of Vedic knowledge. Шримад-Бхагаватам это зрелый плод древа ведического знания. From beginning to end, it inspires you to stay on the devotional path. И с начала до конца Шримад-Бхагаватам призывает вас встать на путь чистой преданности. When you go to the fourth canto, the 12th canto, the theme is the same. Первая песня или двенадцатая песня. Тема одна и та же в Шримад-Бхагаватам. Чистое преданное служение. Шримад-Бхагаватам говорится, что высшая религия – это бескорыстное преданное служение Господу. How many of you read the Bhagavatam every day? Кто из вас читает Бхагаватам каждый день, поднимите руку? And how many of you read the Bhagavad Gita every day? Кто из вас Бхагавад Гиту каждый день читает? And how many of you listen to the Bhagavatam class every day? Кто из вас каждый день слушает лекцию по Бхагаватам? To read the Bhagavatam and hear the Bhagavatam. Читайте Бхагаватам, слушайте Бхагаватам. And Nasta Praesha Madreshu, Nidham Bhagavad Sivaya, Bhagavad Gita Vashloki, Bhakti Bhagavad Gita Vashloki. Everything hearing, the heart gets cleansed. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам можно очистить свое сердце.